Это банка. Она может быть большой или маленькой. Это ложка. У нее длинная ручка. Это тарелка. У нее высокие стеночки. Это сковорода. Она тяжелая. Это чашка. Она станет горячей, если налить в нее чай. Это кастрюля. У нее есть ручки. Это чайник. В нем греют воду. Это солонка. Она может разбиться. Это миска. Она круглая. Это скатерть. Скатерть делают из мягкой ткани. Это полотенце. Им вытирают мокрые руки. Это плита. У нее есть конфорки. Это термос. У него есть крышка. Это блюдце. Оно круглое. Это графин. В нем держат воду для питья. Это стул. У него есть 4 ножки. Это холодильник. В нем лежит еда. Это мочалка. Мочалкой вытирают крошки и мусор со стола. Это стол. Сверху он ровный и гладкий. Это совок. Из него мусор высыпают в ведро. Это поднос. На нем переносят посуду. Это скалка. У нее есть 2 ручки. Это умывальник. В нем моют посуду. Это мелкая тарелка. У нее на донышке картинка. Это вилка. У нее есть ручка и зубцы. Это спички. Они деревянные. Это веник. Им подметают пол. Это нож. У ножа есть ручка и острое лезвие. Это ведро для мусора. У него есть дно и стеночки. Это половник. У него большой черпачок, чтобы набирать суп. Это шкаф. Он сделан из дерева. Это стакан. Он глубокий. Это салфетки. Ими вытирают ручки и ротик, если они испачкались. Это мясорубка. Она тяжелая. Это дуршлаг. На его донышке дырочки. Это кран. У него есть носик и ручки. Это сахарница. На ней нарисован рисунок. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это хлебница. У нее есть донышко, стенки и дверца. Это мыло. Оно щиплет глазки, если попадет в них. Это кухонная доска. Она квадратная. Это банка. Она может быть большой или маленькой.